Сегодня юбилейную медаль за оборону Севастополя вручили герою Советского Союза Дмитрию Бакурову. Поздравления ветеран принимал и от главы нашего региона, и от губернатора Алтайского края, где герой родился. С Алтаем и Севастополем Дмитрия Алексеевича связывают годы работы, когда он вместе с супругой инициировали установку в разных регионах памятников Покрышкину, проводили встречи со школьниками и студентами. Сегодня, в преддверии Нового года, Дмитрий Бакуров вспоминает, как отмечали праздник на фронте. В этот день обязательно полагались фронтовые 50 граммов, но бурного веселья не было, чтобы не привлекать внимание немцев. Жесткая дисциплина и крепкая дружба, по словам ветерана, самое важное на фронте. Дружба на фронте – это основа. Если нет этой дружбы, нет никакого успеха, нет никакого, как говорится, ну, боя такого. Ведь иногда так фашисты внезапно или что-то такое, что нужно немедленно, малейшее, как говорится, невыполнение может привести к гибели. Поэтому закон был один – выполнять четко, быстро и грамотно.